Стиль жизни представляет. Настольная игра «Экспресс-пирожное». Каждый игрок получает набор из трех блюд и пяти формочек. А в центре стола выкладывается общее блюдо вместе с часами и карточками заданий. В начале игры переворачиваются часы и верхняя карта. Игроки одновременно пытаются выполнить задание, нарисованное на своей зоне карточки. При этом можно использовать только одну руку. Поднимать можно только верхнюю формочку с ваших блюд или с общего блюда. И поставить формочку можно также на ваше или общее блюдо. При этом она может накрыть только более мелкую формочку. Как только на общем блюде не останется формочек, а на блюдах игроков будут видны только формочки с карты задания, то задание считается выполненным. Отложите его в сторону и откройте новую карточку. Игра заканчивается победой, если игроки выполнили все задания, либо поражением, если отведенные на партию 7 минут закончились. Правила игры также предполагают более сложные варианты. Экспресс-пирожное. В этой игре вам предстоит работать сообща, помогая друг другу.